قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Проект SalifTube представляет. Перед просмотром видео рекомендуем вам сделать дуа. Робби зидни ильман. Господь мой, приумножь мои знания. Бисмилля, алхамдулилля, вассалату, вассаламу аля расулилля, амма баад. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Продолжаем нашу лекцию по книге «Положение оставляющего молитву». И это последняя лекция по этой книге. И дальше автор говорит: «Тарику салати яум аль-кияма» – «Оставляющий молитву в судный день». То есть положение оставляющего молитву в судный день. «Джаа фи хадиси шафа'а» – «Ат-тауилу фи сахихайни» – «И в двух сахихах» передается длинный хадис о заступничестве. «Анна аль-мукминина яум аль-кияма» – «Что верующие в судный день». Багда ан янтахи аль-хисаб, после завершения расчета, ва ягбурун аль-джисра, перехода через мост, ва ятаваджахуна иляллахи азза ва джалля, и обращение к Аллаху всемогущему и великому, яшфауна ли ихванихимуддин, они будут ходатайствовать за своих братьев по вере. Дахалю нара, которые попали в огонь, то есть которые вошли в огонь, миналь муахиддина, из единобожников, фаякулюна, и скажут: Роббана ихвануна кану магана юсалюна каманусали, Господь наш, это наши братья, они были с нами и молились так же, как молимся мы, ваясумуна каманасуму, и постились так же, как постимся мы, Роббана фашафагна фихим, Господь наш, поэтому мы ходатайствовали за них. Фаякбалуллаху азза ва джалля шафагатахум фи ихванихим. И всемогущий Аллах примет их заступничество за своих братьев. Фаямурухум ан ядхулу финнари. И он прикажет им войти в огонь. Ва ан юхриджу ман ягрифуна. И вывести оттуда тех, кого они знают. وَيُحَرِّمُ اللَّهُ سُوَارَهُمْ عَلَى النَّارِ حَتَّى لَا تَمَسَّهُمْ بِسُوءٍ. И Аллах запретит огню навредить их, пока они будут находиться в огне. Аллах запретит огню трогать их своим злом. فَيَدْخُلُونَ النَّارَ, и они войдут в огонь. فَيَجِدُونَهُمْ, и найдут там своих братьев. قَدِمْ تَحَشُوا وَسَارُوا فَحْمًا, обугленных и превращенных в угли. Когда калатинару кулла шайин фихим, огонь полностью сел их тела. Илля мавадиху суджуд, кроме мест, где они падали ниц в молитве, то есть кроме мест земных поклонов. Фаягрифунахум би мавадихи суджуд, и они узнают их по этим местам, по местам земных поклонов. Фаюхриджунахум, и будут выводить их оттуда, то есть из огня. فَمَحَلُ تَارِكِ السَّلَاتِ حِنَ اِذِينَ. А что же тогда будет положение того, кто оставляет молитву? وَلَمْ يُتْرَكْ مِنْهُ شَيْءٌ, от него ничего не останется, إِلَّا وَكَدْ أَكَلَتُ النَّارُ, кроме того, что огонь полностью съедает его тело, и от его тела ничего не останется. فَلَا يَغْرِفُهُ الْمُؤْمِنُونَ, и верующие не узнают его. И следующая тема: «Аль-амалу л-ахиру ли-тарики салати инкана муахидан». Последняя надежда для оставляющего молитву, если он был единобожником. «Сабата фи сахихайни анху салаллаху алейхи вассалям». И передается в двух сахихах от посланника Аллаха салаллаху алейхи вассалям. «Аннаху каля», то, что он сказал. «Яхруджу минан нари ман каля ла иляха иляллах». Выйдет из огня тот, кто сказал: нет божества, кроме Аллаха. Вафикальбихи мискалю хаббатин мин хардалин мин имани.
и его сердце присутствует хотя бы размером с горчину и зерно веры. Во фи хадисе шафа'а, ат-тавилу фи сахихе муслим, и в длинном хадисе о заступничестве, которое передается в сахих муслим. Анна Аллаха Азза ва Джаля якулю, что всемогущий и великий Аллах скажет, шафа'аль малаика, заступились ангели, то есть ходатайствовали ангели, ва шафа'а набиюна, и ходатайствовали пророки, ва шафа'а мукминуна, и ходатайствовали верующие, ва лям ябка илля шафа'ату архама рахимин, и не осталось никого, кроме заступничества самого милосердного из милосердных. Фаякбиду кабдатан минанари, он схватит горсть из огня, ва фи риваятин, и в другой версии хадиса, фаяхсу саляса хасаятин минанари, он бросит три пригрышни огня, фаюхриджу кауман лям ягмалю хайран кат, и выведет из огня группу людей, которые никогда не совершили добрых дел, фаюдхилюхум льджанна, и ведет их в рай. Ля шакка анна хаза фи хаккиль муахидин, нет сомнений в том, что это касается единобожников. Аммаль мушрикуна ва магахумуль мунафикуна, а что касается многобожников и лицемеров, факат ахбару Аллаху та'аля, то всемогущий и великий Аллах сообщил, аннахум ла яхруджуна минха абадан, что они никогда не выйдут оттуда, то есть из огня. Ва куллама араду ан юхриджу минха уида фиха, и всякий раз, когда они будут пытаться выйти из него, то есть из огня, их будут возвращать обратно. И следующая тема. Маза тантазиру я тарика саля. Кого ты ждешь, о оставляющий молитву? Фахал тантазиру ахиль муслим тарику саля. Касалан вахамалан ваншигалан бид дуния ан харил ахира. Хал тантазиру ан такуна димна хазхил кабдати ау тилкал хасаяти амля. О мой брат, мусульманин, оставляющий молитву, это мнение и слова автора. О мой брат, мусульманин, оставляющий молитву, ждешь ли ты, будучи ленивым, невнимательным, увлеченным мирскими делами, забывая о благе будущей жизни, что окажешься среди тех, кто попадает в эту горсть из огня или приигрышни огня, هل تتحمل أن تنتظر حتى يأتي وقت هذه الحصيات؟ Сможешь ли ты терпеть ожидание до тех пор, пока не придет время или пока не наступит время этих пригрешней? وتبقى في النار وتحترق حتى تصير فحما, и оставаться в огне, сгорая, пока не превратишься в угол, حتى تدرك رحمة أرحم الراحمين, пока не достигнешь милости самого милосердного из милосердных. هل ترضى ذلك لنفسك في الدنيا أن تكون أقل الناس نصيبا في الخير؟ Разве ты смирился бы с тем, чтобы в этой жизни иметь наименьшую долю блага? فلماذا رضيت ذلك لنفسك في الآخرة؟ Так почему же ты смирился с этим в будущей жизни? ألم تسمع القرآن وهو يدعوك إلى المسابقة والمسارعة إلى الجنة؟ عرضها سماوات والأرض أعدت للمتقين. Разве ты не слышал Коран, который призывает тебя к соревнованию, к стремлению к раю, ширина которого равна небесам и земле, который был уготовлен для богобоязненных? هل رغبت عن الجنة والنعيمها وحورها والطعامها والشرابها وخمرها والنسائها? Разве ты отказался от рая, от его благ, от его гури, от его пищи, от его напитков, от его вина и его женщин? Ахи тарику саля, о брат, оставляющий молитву, алям тагриф ма ахбара бихи набию саллаллаху алейсалям, разве ты не знаешь, что сказал пророк саллаллаху алейсалям? Аннаху юта би анами ахли дуня мин ахли нари, фа юсбагу фи нари сибгата фа юкалю лаху, то, что приведут самого богатого человека, который жил в этом мире, из обитателей огня, и окунут его в огонь, то есть погружает его в огонь, и спросят его, «Халя раайта наиман кат, ты когда-нибудь видел блаженство?» «Фаякулю ля ваиззатика», он скажет, «Нет, клянусь твоим величием».
Фаютаби ашади ахли дуня бусан мин ахли ли джанна. А затем приведут самого несчастного человека, который жил в этом мире, из обитателей рая. Фаюсбагу фили джанна сибгатан. А затем окунут его в рай, то есть погружают его в рай. Фаюкалю лаху. И спросят его, халь раайта бусан кат. Ты когда-нибудь видел несчастье? Фаякулю он ответит, ля ваизатика нет, клянусь твоим величием. Ахи тарику салах, о брат, оставляющий молитву, иттакилах, бойся Аллаха. Ахи тарику салах, о брат, оставляющий молитву, халь тарда ан юкаля лака кафарта, разве ты хочешь, чтобы тебе сказали, что ты стал неверующим? Ахи тарику салах, о брат, оставляющий молитву, халь тарда ан юфта, ан юфаррака байнака ва байна заужатика, разве ты хочешь, чтобы вынесли фетву о разводе между тобой и между твоей женой? Ахи тарику сала, о брат, оставляющий молитву. Халя турда ан юфта алля ля тудфану фи макабри муслимина. Разве ты хочешь, чтобы вынесли фетву, что тебя нельзя хоронить на кладбище мусульман? Ахи тарику сала, о брат, оставляющий молитву. Халя тарда ан туктала. Разве ты хочешь, чтобы тебя казнили? Ахи тарику сала, о брат, оставляющий молитву. Халя радита би азаби лькабри. Разве ты хочешь наказание в могиле? Ахи тарику сала, о брат, оставляющий молитву. Халь радита би азаби нари. Разве ты хочешь наказание в огне? Нас алуллаха ан яхдияна валь муслимина. Ва ан юинана аля зикрихи ва шукрихи. Ва хусни ибадатихи. Просим Аллаха направить нас и всех мусульман и помочь нам помнить о нем, благодарить его и хорошо поклоняться ему. Ва саллаллаху ва саллама аля набина Мухаммадин ва алихи ва сахбихи ва саллама. Да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и его семью и сподвижников. Ва ахиру дауана ан ильхамду лиллахи роббиль аламин. И это последнее наше слово. Хвала Аллаху, Господу миров. Чтобы не пропускать новые видео, подписывайся на наш канал и нажимай колокольчик. А для тех, кто желает поддержать наш проект, пополнить свою копилку благими делами, оставляйте комментарии, делитесь нашими видео, зарабатывайте награду вместе с нами. Посланник Аллаха, да благословит его Аллаха, приветствует, сказал: указавшему на благое полагается такая же награда, как и совершившему его. Джазакумуллаху хайран.